Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Сегодня у нас продолжается икейный влог. Мы покажем, что купили, как собрали и что из этого получилось. В общем, Икея в плане доставки очень быстро не подвела. Она сработала гораздо лучше, чем в плане продажи. Значит, мы что, получили, по-моему, первый кусок? В пятницу. В пятницу? Они, значит, в Короче, первая, ну, очень быстро первая пришла. Коробка пришла очень быстро. Мы даже не поняли сразу, что это Икея. Вообще не поняли, что это. Увидели, что на коробке написано Икея. И, в общем, мы предполагаем, что это что-то от стула. Но не предполагаем, что, потому что если ножки собраны, то они туда не влезут. Они, наверное, тоже разобраны, получается. Да, вот, и потом, короче, на выходные пришли еще три коробки. А, да, три. Вверх и... Пришел вверх от стула, и пришли две тумбочки, все разобрано, все сейчас будем собирать. И все пришло раньше, чем в понедельник. Все пришло, короче, в течение выходных. Ну, очень быстро. Даже, я думаю, в субботу уже это все было. Mm-hmm. Распакуем. Первая пришла вот эта коробка. Она тяжелая. И мы думаем, что это часть стула нижняя. Ну, просто по ширине собранной ножки... Собранная бы ножка на колесиках сюда не влезет. Не влезла бы. Или не влезет, короче. Ее, наверное, надо будет собирать. Вот этот здоровый карабас. Это... Сиденье, может быть. Сиденье стула, скорее всего, да, Антошка? А тогда почему такую большую коробку? Такую? Она не маленькая, но она небольшая. И небольшая. Mm-hmm. Вот. И вот две коробки стоят. Это будут наши тумбочки, которые будут вот вместо вот этих вот обувных наших тумбочек. Вот, единственное, тут есть маленький нюанс. У одной тумбочки немножко ударен угол. Вот этот вот угол ударен. Но я надеюсь, что все там будет целым. Я его сфотографирую, чтобы в случае чего у нас были какие-то подтверждения. Команда папа и старший сын начинают сборку, а девочки потом подтянутся. Так, Антошка работает оператором, угу. А я работаю распаковщиком. Папа открывает ногу. В общем, эта нога, открываю вверх ногами, потому что вот коробка как-то сверху немножко, не могу сказать, что чистая, поэтому... Ну, в общем, да, эта нога... Это смешно. 4 или 5 лап, вот она, вы видите. Вот здесь, видимо, крестовина лежит. Короче, Икея продает все полностью разобранное. Будем собирать. Значит, главное, в такой коробке и так много места там было. Ну, упаковочный лист. Я могу представить, как много места здесь будет. Знаешь. А там она вообще... Давай ее сразу откроем, посмотрим. Ну, давай посмотрим. Тут причем я скажу, что вот две коробки вставлены одна в одну. Она, видишь, вот не закрыты уши. Это уши от одной коробки, а вторые уши будут здесь. Нет, это, собственно, само сиденье будет. Так, ты можешь меня тоже снимать. Так, так. Ныряем в коробку. Ну, здесь не так. И это стул. Ну вот, собственно, сидушка. Сейчас будем собирать. Нам можешь пока сидеть, Сашка. Честно? Не, ну Саша может тебе в свой дом положить. Карабас собирать. Нет, она со Так, ну что, да, смотри, смотри сюда. Ты можешь таким каким-то большим планом брать, ну, чтобы побольше попадало. Не знаю, я тогда встану. Так. Папа играет в Лего. Да, Лего называется Лего Икея. Колеса. А сколько там колеса? 4 или 5? 5. А 5? Вау, 5 колес, куча бумаги, инструкции, наверное, как собирать. Это тяжело? Тем. Ножка. 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 А давай, что это?
А это ножки, которые расходятся. Что это там пятка? Ну, пятка, конечно. Каждая в отдельном слое. Окей. Так. Вот и эти пять ног. Крестовинка, да. Куда они, собственно, будут вставляться? И здесь все будет. Болтики. Так, ну это вот, собственно, то, на чем катается. Немножко замасленное, мы, наверное, вставим его пока вот так. Так, все, мусор. Так, ну что, будем смотреть, что тут собрать как. Прям положите под стилочку. Смотри, чтобы она не крутилась. Так, ключик положен. То есть инструмент вообще не нужен. Есть гаечки, есть ключик. С Антошей, с телефоном. Зайка, будешь нам помогать? Ну давай, помоги нам. Короче, сначала предлагают собрать... А, нет, это показывает, что у нас тут есть. И, в общем, надо как-то вот... Все, я понял. Надо сначала собрать крестовинку. Они предлагают сделать это вот так и закрутить вот этими. Опа! Это будет просто. Просто она не закручивается. Угу. Тут крестовинка, ключик. Короче, сначала собираем крестовинку. Распаковывай, Зай, колесики. В принципе, все понятно. Единственное, я не понимаю, потом, как этот амортизатор, что он там будет туда крепиться. Видишь, ножки пришли разобраны. Я и думаю, как она вот такой ширины ляжет. На них, видишь, все абсолютно... Они хотят, чтобы Саша, взрослые тоже лего играли. Они хотят, чтобы взрослые в лего поиграли? Ну. Согласен. В любую зайку. Ну как же, блин, дети играют, а почему здесь немножко... Немножко не пошел он сразу сам почему-то. Пошел. Зайка, на, посмотри, как там будет вот это вот амортизатор. Меня интересует, как он крепится. Подвижная эта часть, которая поднимает. Стульчику все, в принципе, очень хорошего качества. И пластик хороший самой сидушки. Антош, покажи, как Саша управляется с ней. И ножки, мне все нравится. Так, зажали. 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 Три. Заказала немножко в масле дать путь. Зажали 4. И зажали 5. Все. Колесики просто защелкиваются, наверное. А что нарисовано, Зайка? Колесики просто вкидываются и все? Саша, главное, нас стулом этим не накрой. Нет, колесики не смотрят.
Я что? Зайка? Я полетела. Я Катерина из Хмельницкого. Я Саша. Все, я все проверил, все зажал. Что, попробуем колесики вставить? Да, давай. Я думаю, они просто защелкнутся. Уже встала? Да, уже встала. И все? Просто вставляется, никакого... Да. Никакого ни фиксатора, ничего не должно быть? Ничего нет, просто ровно вставляется. Ну, прямым углом. Интересно. Я просто не чувствую, чтобы оно как-то защелкивалось. Это ж не что-то, это немножко под углом вставляется. Просто вставляется. База готова. Ну и что по ножке? Прикрутить сначала нет, это? Нет, вначале ее нужно вставить? Вот этим концом. А, вставить сюда? Да, вставь. Ну окей, я вставлю. И что, не фиксируется тоже никак? Ну просто вставить, короче. Ты потом сама не поверила, сказал ты. Блин, ну я поражаюсь вообще, что все так просто? После этого... Вот Зая, она никак не должна фиксироваться? Нет, вот эту штуку один. Блин, а если она потом... Она продумана, не пройдет, да? Одевать так? Одень просто ее, да. Одел. Теперь возьми... Работает, ё-моё, блин, насколько все просто. Теперь надо стул. Кресло прикрутить. И прикрути его четырьмя болтами. Блин, ну вообще просто. Только попасть болтами надо куда-то. Не так? Оно что, не асимметрично или... О, так? Ну все, тут я попал, тут не попал. Тут дырки совпали. Болт сверху, по-моему, вставляется, да? Да, болт сверху, гайки снизу. Я гайку пошла. Блин, ну конечно... Настоящая лего. Кресло мне нравится, как собирается. Я что-то немножко за тумбочки. Очкую. Тумбочки все будет хорошо, я говорю. Ну, может быть, чуть-чуть тяжело. Постараюсь поплыть через дырочку. Блин, почему у меня не закручивается? Короче, нашла коса на камень. Этот закрутился, а этот почему-то... Зайка, ты шайбочкой вверх крутишь? Ну, зайка не первый день, как бы, в профессии. Профессионал мой. Так, ну что, надо перевернуть и зажать. Опа. Это не надо переворачивать. Короче, с чем я столкнулся, когда работал на мувинге, то, что, ну, будем говорить так, в американских домах, хоть это и разные национальности людей могут быть, но коль мы в Америке, это американские дома, проблема... В 99% была с мебелью в том, что она была собрана не до конца, в том плане, что никогда не было все зажато, и от этого она ломалась. Либо она была сломана еще до переезда, все сорвано было там, ну, раздолбано из-за того, что не зажато. Либо ее иногда муверы ломали во время переезда из-за того, что она была плохо свинчена. Ну все, стул собрали практически. Сейчас я еще подожму немножко. Инструкцию, наверное, не будем хранить. Я думаю, что, наверное, да. Тут было все очень сложно. Я боялся, думал, как это будет устанавливаться, не понимал. Вот этот вот амортизатор, который поднимает, опускает. Ну, блин, он так просто вставился. С одной стороны вставился, с другой стороны придавился, и все работает. То есть, насколько... Я просто в шоке, что так легко можно... Построить стул за несколько секунд. Собрать. И в это время собрать площадь и кусочек печенья. Минуал. Дотащивает. Единственное, что, конечно, вот ключик какой-то немножко длинный, мне неудобно зажимать передние вот эти. Вот с этой стороны нормально, а впереди неудобно. Ну все.
Его ж не будем срывать. Проводим испытание. Папа не упадет. Трищ, типа, в нижней точке. В верхней точке. Похоже, давай. Вот сначала вот это взяла первую. Давай, Сашка. Саша, ты идешь, вперед. А, подожди, ты вверх, у тебя надо. Что ты в них лежишь? Ничего. Так, Сашка, приготовиться к запуску космос. Следующий. Давайте уже последний. Ну, тумбочка больше интереснее, чем это. Дайте я. Вот стол готов. Главного оператора что, работает? Нет, смотри, у меня теперь нет пилота. Опускается, поднимается. Тут надо сесть на него, придержать немножко. Хотел сказать, что уже новый стул сломал. Ну все, стул готов. Переходим к тумбочке.